Адвокаты сегодня бесплатно консультируют малоимущих. Юридическая помощь оказывается в связи с празднованием Дня образования адвокатуры Беларуси. Акция действует во всех конторах страны. В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Цени жизнь свою и чужую, не выезжая за сплошную». Одной из причин дорожно-транспортных происшествий – нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, что влечет за собой самые тяжелые последствия. В Беларуси утонули более 60 человек. Работники МЧС и спасатели СВОД перешли на усиленный режим. Развернута большая профилактическая работа. Рейды проходят каждый день. Специалисты отмечают, практически все несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. Грозовой фронт накрыл запад и север Беларуси. Днем активность возможна на большей части страны. Спасатели предупреждают, в комплекте непогоды могут быть ливни, град и сильный ветер. Из хороших новостей, изнуряющая жара к концу этого дня пойдет на спад. В торговых центрах столицы открылись пункты вакцинации. Уже сегодня сделать прививку от COVID-19 можно в ЦУМе, ГУМе, Комаровском рынке, в торговых центрах «Титан», «Мома» и «Галерея Минск». Сообщается, этот список будет дополнен.